Привет, посмотри на эти часы. Ты видишь секундомер? С каждой секундой твоя жизнь приближается к ящику. Если посмотреть на это грубо, но это правда. Грустная правда. Но еще больше не хочется мне, чтобы ты свое драгоценное время тратил на то, чтобы даже банально сидеть в социальных сетях или смотреть блогеров и на их жизнь. Но к чему я это все веду? Я хотел снять нестандартное видео, ответ на свое же видео, где я презентовал свой курс «Учимся петь легко». Хочу немного пофилософствовать и рассказать об этом курсе, потому что он дался мне совсем нелегко. Ровно месяц назад, в сентябре, я начал делать данный курс, и уже прошел месяц, октябрь сейчас, как видишь. И у тебя, наверное, невольно возникает вопрос, не жалко ли было мне тратить свое драгоценное время на создание данного курса? Скажу сразу, нет. Хотя посмотри на факты. 10 дней я придумывал данный курс, методику данного курса. 10 дней я снимал, плюс еще 5 дней я доснимал бонусы на этот курс. И 5 дней я монтировал все эти видосы, которые снял. Мне совсем не жалко это делать, потому что я знаю, что данный курс будет полезен для тебя. У меня все эти дни стоял один и тот же вопрос каждое утро в голове. Как сделать так, чтобы мои подписчики запели? Я знаю, что вы хорошо играете на гитаре, но вот немногие из вас поют. Поэтому мне хотелось, чтобы вы наконец-таки уже запели. Но это очень сложный вопрос, потому что научить петь намного тяжелее, чем самому петь. И сейчас моя камера грохнется. Телефон. Я его подправлю. Или до конца вообще уроню. Все эти дни я просыпался с вопросом, как бы сделать так, чтобы любой в домашних условиях мог начать петь. Это очень сложный вопрос, это, наверное, самый сложный вопрос за эти полгода. Я думаю, у меня получилось, поэтому я совсем не жалею, что все это время потратил на создание данного курса. Ведь какова моя цель из дня в день в течение нескольких лет? Это научить вас, друзья, играть на гитаре и наконец-таки петь. Основная цель – это чтобы каждый человек и как можно больше людей научились играть на инструменте и петь. Ежедневно я все свое время трачу на занятия музыкой, чтобы потом все свои знания и весь опыт передать вам посредством YouTube или видеокурсов. Зачем я в самом начале ролика говорил о времени? Скажете, не в тему, да? Нет, на самом деле все в тему, потому что я хочу призвать вас, друзья, не тратить свое драгоценное время на ненужные вещи. Призываю вас заниматься творчеством, потому что это что-то высшее. Заниматься великим делом, заниматься музыкой, совершенствоваться и идти вперед. А также призываю вас подписаться на «Хижину музыканта» и пройти путь совершенствования в музыкальном плане вместе со мной. И я советую тебе направить все свое драгоценное время на занятия творчеством, на саморазвитие и совершенствование в спортивном плане также. Если тебя заинтересовала тема музыки и хочешь скорее начать петь свои любимые песни и играть на гитаре, в описании под видео найдешь два самоучителя. Один гитарный, другой вокальный. И быстрее, чем другие люди, освоишь эти два навыка. Я хочу, чтобы ты начал заниматься вокалом и гитарой прямо сейчас. Принимай решение и приступай к этому делу. Не будет другого времени, не будет более удобного времени, чем сейчас. Начинай жить сейчас, как говорится. А я желаю тебе больших успехов. Больших успехов в музыкальном плане и по жизни тоже. Удачи и хорошего настроения. Пока. Полет в миллиард.